Вот это ты выложил с Дэнтом Байдером, вот этот прикольный кусочек. Надо было побольше снимать, брат. Это интересно. Нет, хозяин нашелся, спасибо. В Москве 3 градуса. У меня одна жена, единственная и последняя. Завтра, кстати, ой, вернее, в субботу будет субботник у нас по боксу. Приедут ребята снимать для влогов True Gym, движение и счастливый кабан. Так, этот вопрос мне не дает покоя. Кормил в зоопарке тигра и поцарапал. А, спасибо. Да, в Ростове будет нормально. Просто немножко сейчас занимаемся другим проектом. Это все в планах. Как времени побольше будет. Хочется, хочется. Мы ехали домой, и на посту ГАИ жена увидела собаку вместе с ребятами с ДПС. Хаску она сразу определила. Я просто думал, дворняжка, и забрали ее в машину, посадили, ушатали мне немножко сиденье велюровое, но ничего страшного, зато собачку спасли. Правильно, рвать за кабана всех. А с хозяином я еще не общался. После экзамена мы его наберем. Сегодня Сашулька сдает экзамен свой по диджеингу. Спасибо. Так, сейчас, секунду. Что такие пробки жесткие, кстати говоря. Ой. О, ну ты вообще огонь среди этих овощей. Найс. S-класс я слил уже. Здрасте. Давайте. Готовы инвестировать? Давайте откроем вам предложение, скинем. Франшизе. Можно открывать, почему нет? В любом городе. Скоро будет оно готово, адаптировано под Россию. Ой, там что, гаишники стоят? Но ничего страшного. Покровском, да, я завтра приеду с Никитой. Спасибо. На тренировку приходите. В субботу жена проводит тренировки для девочек в субботу, а я для пацанов. А потом мы вместе качаем прессуху и тянемся. Будет нормальный движ. Основы. Доброта и честность. Живет в Москве, зовут его. Нет, не знаю. Спасибо. Я не знаю, написали в Инстаграм, в директ, в комменты. И нашелся хозяин. Мотивацию откуда беру? Мотивацию беру сам в себе, на самом деле. Вот прихожу только в зал и уже мотивируюсь, сам себя мотивирую. Понимаете? Если себя не мотивировать, то вас должен мотивировать кто-то другой. Меня пока некому мотивировать. И мотивация еще происходит от вашей постановки цели. Если вы себе ставите цель, вы знаете, к чему идете, и понимаете, что это ваша мотивация, и что нужно добиваться, а чтобы добиваться, нужно что-то делать. Поэтому поставьте себе цель, смотивируйте себя, хотя бы минимальную цель, если это касается спорта. Именно поставьте цель, такую
достижимы. Но я хочу сказать, что все цели достижимы. Потому что все люди, все одинаковые, у всех одинаковые руки, ноги, органы чувств. Просто нужно ставить цели. Это и будет мотивация. Либо смотрите на тех людей, которые вас мотивируют, которые постоянно в спорте. Я тоже порой смотрю даже на своих близких, на друзей. Где-то пропустил тренировку, увидел кто-то на тренировке, думаю, блин, угрызение совести, сразу хочется идти пахать. Но хорошо тем, что у меня дома зал свой, бойцовский, небольшой. Поэтому я хоть днем, хоть ночью могу потренироваться. Самая главная прописная истина, хорошая, плохая тренировка та, которой не было. Поэтому какую бы тренировку вы ни провели, она будет хорошая. Вот так, друзья. Сообщения все не прочитаю, потому что-то пробка закончилась. Я, наверное, тоже буду заканчивать. Жду всех на субботнюю тренировку. Кто не знает, еще раз говорю, бесплатные субботники по боксу. 20:00 в Ultimate Fitness. При наличии нашей клубной боксерской майки. Вот. Девочки пишут в липовой Gym Girls. Ребята пишут в липовой Gym и Winward Project. Там ответят, расскажут и подскажут, как быть. Все такое. Так что жду всех. Всем удачи, друзья. Хорошего вечера. Пробочка чуть рассосалась. Во времена года на встречу еду к своему близкому другу. Уже там буду через 5 минут. Поэтому всем пока. Заканчиваем эфир.